Сегодня Международный валютный фонд согласовал новую программу финансовой помощи Киеву. Как заявила его глава Кристин Лагард, МВФ готов выделить Украине еще 17,5 миллиардов долларов. В обмен от Киева требуют экономических реформ и сокращения расходов. Предстоит, в частности, уволить более 200 тысяч бюджетников, поднять энерготарифы и увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Кроме МВФ, в финансировании Украины примет участие Евросоюз, другие международные организации и частные инвесторы. В целом, по словам Лагард, это увеличит размер кредита до 25 миллиардов. Но это не все. В течение 4 лет сумма может вырасти до 40 миллиардов долларов. Принятое решение должен одобрить Совет директоров МВФ. Но, несмотря на эти новости, украинская гривна продолжала падать к доллару и евро. По мнению аналитиков, отсутствие оптимизма на валютном рынке Украины связано с тем, что согласование финпомощи от МВФ пока не означает ее фактического предоставления.